в Татарии, в Башкирии устраивали профилактику. Ну, что-то профилактика херово у них работает, лучше бы они как-то по-другому. Что-то более ощутимое бы людям давали, чем профилактика, блядь. Вот профилактика хуёво работает. При коммунистах хорошо работает, а при этих работает плохо. Потому что помимо профилактики тогда что-то еще давали. И вот мне пишут, причем чуть ли не с проклятиями, ваше предсказание как проклятие, это ужас какой-то, это какой-то гамельнский ужас. Ну, я, конечно, не гамельнский крысолов и на эту роль вообще не претендую, но там есть у нас определенный товарищ, который на эту роль уже, так сказать, сгодился. Вова Путин его зовут, так что это не ко мне, ребята. А вот предсказание, ну какое предсказание, тут все ясно. Тут все ясно, но если в стране все херово, если все еще херовее становится, то будут первые, кто страдает, дети, конечно. В Самаре в пансионате для детей-инвалидов умерла 7-летняя девочка. Астахов прям разрывается на части, я так понимаю. Изработался весь. На северо-западе Петербурга подросток насмерть разбился в шахте лифта. Лифт застрял, он пытался вылезти. Ну, в общем, все как всегда. Да? Ну, Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели пенсионерки, которые отказали в медицинской помощи. Значит, в Москве скорую помощь вызывали 3 раза к пенсионерке. В общем, 3-й раз, когда ее забрали, уже поздняк был метаться, она уже умерла. Причем, я так понимаю, что умерла от телесных повреждений. В Галической больнице, это Ярославль, да? Девочка в умерла. В Костромская область, да, умерла девочка. Следственный комитет возбудился. Возбудился, да. В Зуевке фельдшер бросил умирать пациента в холодном доме. Вот Следственный комитет сегодня возбудился, оказывается, случай был только в октябре. Приехала скорая, человек умирал от переохлаждения, ну, сказали, что у него агония, как умрет, позвоните. Но он умер. Вскрытие показало, что умер от переохлаждения. Представляешь, какая прелесть. А вот в Ростове мертвец 3 часа просидел в очереди в больницу. В Ростове-на-Дону имеется в виду, не в Ростове-Великом. Хотя там мог и 5 просидеть. В общем-то, я думаю, разницы нет никакой. Так что, и вот мне пишут, вы вчера об этом говорили, привели пример Сочи. Ну что, как в больницу внимания не обращают ни на кого. Ну, и это так и есть что-то. Тут не надо быть в Англии, ну, 3 часа просидел. Хорошо, через 3 часа хватили, смогли бы хватиться, когда запахло. Так что запросто тут. И вот, а здесь в Саратове скончался аж сотрудник Следственного комитета, да, вот он умер от пневмонии. Через полчаса после госпитализации. Ну, видно, поздно хватились. Ну, каждый, кто работает на эту власть, должен понимать, какой бы высокий пост он ни занимал, это его не спасет. Причем не от нас, а именно от последствий действий вот такого руководства страны, где дети прыгают с дивана и проваливаются на первый этаж, где вообще просто полная херня такая, которая, вот ты знаешь, я раньше думал, что Южный парк – это некий такой гротеск. Вот сейчас я понимаю, что здесь Южный парк куда круче, блядь, такое вообще. Как, причем раз в год такой бывал, там, ну, в месяц там, потом. А сейчас же каждый день по несколько раз вот эта херня происходит. И уже, даже не знаешь, это уже просто ржач какой-то. Просто вот просыпаешься, начинаешь смотреть новости и ржешь. Там, блядь, гибель, смерть, там вообще не знаю, что, ты ржешь, ты весело. Ну, потому что уже все, то есть, это, я говорю, дошли мы до края. Дальше все, дальше только пропасть. Иранский теплоход загорелся на Волго-Каспийском канале под Астраханью. Ну, не выдержал он, представляешь, в Астрахань прибыл и сразу загорелся. Потому что, а что, мы не прицепили? Там звук, говорят, плохой, да, или что? Или нормально? Вот так, видишь? Он как рубль упал. Да, ватный пар, говорят, пишут правильно. Так-то нормально хоть слышно было? Люди поняли вообще, что мы говорили? Так, вот
Десятки рейсов из-за сильного снегопада в Москве отменили. Зарубежен стрелок, убивший девушку из окна квартиры в Москве. Да, тоже. Вот он говорит, что мешало ему отдыхать, теперь он отдыхает. Я представляю, как радуются другие соседи. Говорят, о, дедушка закричала, это дама под окном, дедушка ее застрелил. Теперь дедушка сидит в тюрьме, никто не кричит под окном. Вообще жуткая, конечно, ситуация совершенно такая. Я помню, как мы травили администрацию городскую в 2006 году, когда нам...